Ну что же, сейчас у нас на проверке аккумулятор. На улице начало зимы, около нуля, плюс-минус. И, как обычно, происходит ситуации, когда начинаешь заводить, а аккумулятор гаснет и не заводится. Есть две основных причины, почему это может быть. Или слабый аккумулятор, или много тянет на себя стартер. Как же определить, то ли аккумулятор ремонтировать, заменить, то ли стартер ремонтировать? Для этого существует нагрузочная вилка. Причем нагрузочная вилка для всего аккумулятора. Как ее сделать? Вот так она выглядит, это сопротивление на 100 Ом. Как ее сделать, будет ссылка здесь в видео, или и еще ссылка в описании этого видео. Суть в чем? Аккумулятор заряжен 12,8 вольт. На разряженном нельзя проверять, он и так разряжен, что его проверять. Одним концом ставим на клемму, без разницы, плюс-минус, абсолютно, не так, один конец прикрепляем к клемме получше, так чтобы он мог хорошую нагрузку брать, покрепче, нагрузка будет резвая, желательно хорошо разжать, вот. А второй, а уже к концу будем втыкать в клемму и смотреть, насколько падает напряжение в течение 5-6 секунд. Ну и так начинаем. Итак, было больше 11 вольт. Аккумулятор считается уже не держащим емкость, если бы напряжение упало ниже 10,4 вольта. И тогда, значит, проблема с аккумулятором. Если же у вас обратная ситуация, например, ну, судя по нагрузке, нормально, то, значит, слишком много на себя стартер берет тока по разным причинам. Плохие втулки, плохой контакт. Значит, нужно смотреть, что у нас со стартером. Ну, а так, в принципе, аккумулятор живой. Таким образом можно определиться, это очень важно. Потому что, допустим, у вас неплохой аккумулятор. Конечно, если вы поставите новый, он будет заводиться, потому что, ну, запаса мощности аккумулятора будет достаточно, чтобы и плохой стартер крутнуть. Но таким образом вы зря тратите деньги и обращаете внимание не на корень проблемы, а корень в данной ситуации, мы уже проверили, больше 11 вольт, сильно не падает, значит, проблема в стартере. Ну, так можно определить эту ситуацию. Уже теперь будем разбираться со стартером, что с ним не так. Не могу сейчас ответить на этот вопрос, что не так. Надо разбираться. Но определиться я уже определился. Итак, повторяйте, это несложно. Как сделать? Ну, из абсолютно ненужных вещей. Это какая-то там, какое-то сопротивление, не знаю, в гараже валялось. Сможете это сделать, ну, в течение часа. Или, может быть, полтора, можно сделать такое устройство, очень полезное для автолюбителя. Подписывайтесь на канал, всегда сможете увидеть много других самоделок и ремонтов, которые делаем сами, ремонтируем сами. Всего доброго, увидимся на канале.